Приветствую всех, друзья. Меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем вместе с вами проходить игру Far Cry 3. В прошлой серии мы с вами пробились в эту вот деревню, где нашли информатора, который сказал, где находится наш друг Оливер. Или он все-таки брат, вот я точно не помню. Теперь нам надо отправиться куда-то на старую дорогу, чтобы перехватить конвой с ним. Пока я не пойму, куда нам точно идти, потому что на карте, как вы видите, я не вижу вообще отмеченной цели, основной миссии. Возможно, нам надо поговорить в Бэттауне с этим нашим великим шпионом, но вряд ли. Так. Старая дорога, возможно, вот это. Давайте посмотрим, где тут есть транспортное средство. Тут наши братюни уже. О, ребята, одолжите машину. Во благо ракет. И все такое. Также в прошлой серии я довольно плохо играл, между прочим. Кто смотрел, те заметили. Я был очень уставшим и довольно постненько играл, да и комментировал, наверное, тоже. Мы очистим тут все от пиратов. О, братюни со мной едет. Да без Б. Ты только это, не ругайся, что я плохо вожу. Воу-воу-воу. Так, надо объехать. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Неплохо. Все пучком. Братюня, ты в порядке? Да. Дай ему. Да, ему главное очистить все от пиратов. Остальное, как говорится, по барабану. Так, ребята, кто едут? Наши. Тут машина стоит пустая. Хорошо, что мы очистили весь район от вражеских, так сказать, точек. Это позволило нам более свободно передвигаться. Как видите, везде разъезжают наши патрули. Перехватить колонну, в которой везут Оливера. Найти бы еще эту колонну. Честное слово. Так. Отправимся за вот этой машиной. Ну чё, на пригонки. Обогнали их. Так. Я вижу на мини-карте, кстати, вон там как бы миссию. Возможно, это она. И просто на большой карте она не помещается. Давайте ускоримся и побыстрее туда прибудем. Как говорится, проверить все равно стоит. Иначе придется перезагружать игру в надежде на то, что тогда появится это задание. Так. Неплохо, неплохо. Впереди что-то красное, я надеюсь, это не враг. А нет, это испытание ракет. Я, кстати, его еще ни разу не делал, но надо будет как-нибудь сделать. Хотя бы разок. Так. Мы практически доехали, по-моему, до точки. Или, мне кажется... Так, братюня не сошел, уже хорошо. Перехватите колонну. Так, вот сейчас все плохо. Мы не будем с вами видеть, куда мы, собственно, едем. Потому что территория не наша, и... Может, поэтому именно нам миссию и не показывала. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Братюня, свалите. Ракет не сдаются! Да я рад, что ракет не сдаются. Да ты чё гонишь? Укатил, братюня. Кидала. Вот после этого помогай, ракет. Фух. Эти красные цветочки, мимо которых я пробежал, у черепашки, мне показались, в общем, врагами. Я уже хотел сказать, ё-моё, приплыли. А нет, всего лишь показалось. Так, ну что же, давайте посмотрим,
Мое ли это, так сказать, основное задание? Крадемся. Оливер, я иду. Так, так, так. Да тут вараны, по-моему, всех сожрали. Так, чтоб не палиться, давайте закинем им гранатку. Ну, вроде все. Ты опоздал. Следующая стоянка у рыбаков. Там они пересадят Оливера на вертолет. Надо найти удобную позицию до того, как его пересадят. Да вы что, издеваетесь? По-моему, сюда и нельзя было вовремя приехать. И вообще, можно ли его спасти за минуту 40? Ладно. Как говорится, нитро врубаем и едем со всех ног. Воу-воу-воу, баран, спокойно. Или это был буйвол? Ой-ой-ой-ой. Оливер. Во. Есть. По-моему, я свалил как раз оттуда, куда мне надо было. Давай, 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 братюня. Уйди. Я беру сразу пулемет. Потому что он тут решать будет. Где ты тут? Это простое наблюдение. Ну все, мы на месте. Есть. Успели, ребята. И ты что, собрался вот так вот Оливера спасать? Подожду Оливера. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, вот. Круто, пираты живут, что у них черные ястребы на вооружении, так сказать. Правда, без боевого обвеса, но все же. Стрекоза. Вот он. Раз, два, три, четыре, пять. А почему он не связан? Не трогайте его, засранцы. Понятно, почему он не связан. Эй, 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 ну дайте мне что-нибудь сделать. Нельзя дать Олли сесть в вертолет. Беги, Олли, давай! Так, неплохо. Минус. Да что? Ой, ну что ж ты так мажешь? Минус. Минус. Ну почему тебя не задело? Минус. Давай, Оливер, беги, партюня. Ты у нас, как видишь. Откуда в тебя пуляют? Минус. Ну-ну-ну. Минус. Так, я надеюсь, я тебя спасу, братюнь. Минус. Откуда в тебя еще пуляют? Минус. И не задело, ну круто. Вот этого задело. Давай, давай, Оливер. Все пучком. Плохо промазал.
Сейчас не проматывал, но похоже спас бронежилет. Так, так, так. Еще один. И еще один. Так, Оливер восстановил здоровье, это уже хорошо. Ой-ой-ой. Попал, но... плохо. Тут... а почему я не родился снайпером? Так, 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 ну да. Ну. А, я хотел сказать, что мне предлагают взорвать Оливера. Давай, давай, давай. Нет. Спасибо, что спас. Крутые татушки. Сваливаем отсюда. По-моему, ему вообще было пофиг, что он был в этом плену. Где? Держи катер прямо. Я стараюсь. Быстрей. Отрываемся. Неплохо. Так, неплохо. Кончились они. Я не вижу катер, Оливер. Так. Так, колеса подбили, уже хорошо. Сзади кто-то там есть. Так, уходим, уходим. Давай, братюня, веди хорошо. Что-то красное тут. Ой-ой-ой. Так, главное снимать пулеметчика. Водитель пусть куда хочет и рулит. Где тут? Так, все. Ой-ой-ой. Вы что, блядь, издеваетесь? Ой-ой-ой. Давай, Оливер. Куда-нибудь нас выведи. Так, ну все. Фух. Это была жесть, ребята. Ты спас меня. Они всерьез взялись за отца. Он едва не отдал им кучу денег. Оли, вас все равно продали бы в рабство, даже с выкупом. Вот дерьмо. Вы охрененно попали, чувак. Не знаю, как я смогу жить. Я тебя знаю, Оли. Все норм. Ты сильнее, чем думаешь. Пошли, у меня есть где тебя спрятать. Да, насколько я помню, этот чувак, этот, наркоша. И прятать его в доме Эрхарда не самая лучшая идея, так как закинется таблетками на пару с докторишкой и все. Так говорится, поминай, как звали. Он еще потом отсюда уехать не сможет. Я нашел Оливера. Я рада, что ты цел. У меня накрыло, как птица на горячей плантации. Что это за место? Ну и крепкая травка. Никто не хочет дунуть, пока я ее не придушил. Я хочу, эй, погодите немного. Тут просто рай. Ну, я же сказал. Подойди, когда будет минутка, у меня есть кое-что. Мне тоже нужно кое-что показать, идем. Привет. Это что? Я ставлю крест для Гранта. Спасибо. У меня не было времени. Нужно поговорить. Поговорим, только не сейчас. Нужно найти Райли, если с ним что-нибудь случится. Я скучаю по тебе. А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Но... я не говорю, что тебе не нужно их спасать, просто я волнуюсь, ты изменился. Лиза, не бойся. Впервые я полностью управляю своей я жизнью. Я знаю, ты мне прав, хорошо. Мы так много над этим работали, и еще тебя ждет работа в студии, я помогала Стиву. Я не хочу говорить о твоих бывших сейчас. Это мой путь, и я сам должен найти его.
Ладно? Поняла? Ты устал. Можем встретиться позже. Я люблю тебя. Теперь иди. А то я снова тебя задержу. Ага, понятно. Так она просто не отвяжется. Спасти Оливера готова. Лучше найди остальных. Так, что нам надо сделать? Покинуть пещеру? Ну, давайте. Нам еще осталось найти двух, по-моему, друзей. За столом в прошлый раз с нами сидели трое. Трое из леса, блин. Так. 2000 опыта? Что-то маловато. Ну и одно очко талантов. Уиллис, ты? Тейсон, я нашел твоего друга, Кита Рэмзи. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Так, понятно. Его зовут Бак. Он полный муп. Так, ну мы, в общем-то, выполнили неплохо последнюю миссию. Спасли еще одного нашего друга. Надеюсь, вам нравится это прохождение. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!